В селе Берестово и Артемовского района Донецкой области в результате разрыва мины пострадали 9 человек, в том числе дети. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Как пишет Геращенко на своей странице в Facebook, взрыв произошел во дворе одного из районов после того, как подростки принесли какой-то взрывоопасный предмет, который они нашли в укрепрайонах боевиков. Возможно, это была минометная мина или снаряд. Младшему из пострадавших в селе Берестовое 1 год и 2 месяца. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больнице.